Три новых автобуса марки «ЛиАЗ» прибыли в Нефтекамск в конце прошлой недели. За каждым уже закреплен водитель. Один из них – Алексей Захаров. На городских маршрутах мужчина трудится 13 лет. В первые минуты знакомства мужчина оценил маневренность, а затем и остальные плюсы нового пассажирского транспорта. Как для водителя здесь плюсы. Стоит кондиционер, как бы в салоне и в кабине, как бы, ну, летом будет хорошо. Новый щиток прибора, новая панель, как бы удобная. Потому что ГЛОНАСС стоит, как бы автоинформатор будет сам по себе, ну, объявлять по ходовым качествам. Передняя подвеска независимая стоит. Она старых, она стояла, обычная балка. Хорошая машина, это новая машина, как бы на ремонт не надо будет отвлекаться, дай бог. Дай бог себя как бы нормально показало, чтобы. Автобусы «ЛиАЗ» имеют просторный салон на 104 места. Машина оснащена дизельным двигателем, тахографом и площадкой для размещения инвалидной коляски с ремнями безопасности. Ключи от новых автобусов руководителям филиала предприятия вручил Ради Хабиров в рамках беспрецедентной программы поддержки ГУП «Башавтотранс». Всего было получено для «Башавтотранса» 35 единиц, марков «ЛиАЗ» 5293. И в наш город, наш гараж, Нефтекамский ПТП, поступило 3 единицы. Значит, эти автобусы будут задействованы, 2 автобуса будут задействованы на городских маршрутах, и один автобус будет задействован на пригороде. То есть это Амзя, Карманово и Березовка. На данный момент руководство Нефтекамского ПТП занимается оформлением документов на транспортные средства и получением регистрационных знаков. Только после этого новые автобусы выйдут в рейсы. Анастасия Тимирбаева, Валерий Зазулин, Время новостей.